Опасность сверху. В среду в областном центре произошло ЧП. С крыши дома номер 102 по проспекту Ленина сорвалась ледяная глыба. Под удар попал мужчина. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в отделении нейрохирургии Ивановской областной больницы. Виновных в происшествии предстоит определить. Следственный комитет начал проверку по данному факту. В администрации причину видят в недобросовестном выполнении своих обязанностей управляющей компанией. Этот дом находится в зоне ответственности управляющей компании. Дело в том, что вчера, я повторюсь, мы собирали совещание по этому поводу. Один из вопросов был как раз очистка кровель от снега, от наледи. Администрация работает по обращениям граждан. Если по какому-то адресу появляются обращения, выходит муниципальный жилищный контроль, дает предписание на устранение. По данному обращению, насколько я знаю, по данному адресу обращения не было.